Ну, ситуация текущая отражает общий тренд, который происходит в экономике. Мы видим, что происходит плавный выход из сложившейся ситуации кризисной, которая была в 2008 году. Этот выход не происходит очень быстро, происходит плавно, но мы видим определенную положительную динамику, которая происходит сейчас в телевидении и в том числе в других каналах коммуникации медийных. И каковы ваши прогнозы на развитие телевизионного рынка на ближайшие годы? Ну, в Украине сильная ситуация зависит от того, что будет происходить в мире, от того, что будет происходить в Америке и в Европе, от опасений, которые вызваны различными прогнозами валютных сложностей, как на конец этого года, так и на начало следующего. Поэтому очень сильно зависит ситуация в Украине от ситуации, которая будет происходить в мире, или от тех мер, которые будут существовать или предприниматься в Европе и в Америке. Потому что достаточно у нас велико влияние иностранных компаний, и их позиция, их политика, их стратегия, как по миру, в том числе, так и в нашей стране, будет делать общую картину медиа в Украине. Я считаю, что очень интересно собираться, очень интересно дискутировать, очень интересно высказывать различные мнения. И замечательно, что есть такая замечательная конференция профессионалов на рынке.